блокпостам. Полная мобилизация. Направляйтесь к башне Фиска. Фиска? Прибывает к башне. Ждите сигнала. Ордер скоро будет. Капитан Ватанабе. Вы задержали его? Нет. Мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал. Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Алло? Паркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да. Простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. Юрий вызвала кавалерию. Нам нужна помощь! 10:32, Таймс-сквер, мы тут под обстрелом! Пора пробивать. Заказывал двойную порцию тяжких телесных. Знаете, я сегодня что-то бодрый такой. Мне это не нравится. Фиск-то нанял немало ребят. Человек-паук, как ситуация?
ситуация? Я почти закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники. Так, Юрий, готово. Что происходит? Юрий? Юрий! Так и знал, что Фиск поднимет шум. Закройте небо! Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймаю. Ну, я тогда... Начинай. Да! Время пришло, Билли! Берегись! Эй, ты куда это? Лови! Я расчищу путь, за мной! Уходи, паук! Справимся! Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились! Что здесь делает человек, паук? Он же все это плохо! А, спасибо за поддержку, ребята! Отступай! За ним! Ненавижу гада! Вот она, некомфортная рабочая среда! Нравится! Слушай, он идет! Держись! Вы были мертвым! Фиску без разницы! Он не дадим ему победить! Я готов. На этом все. Я расчищу путь. За мной. Уходи, паук. Мы сами справимся. Когда ты... Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились. Что здесь делает человек, паук? Он же все испортит! А, спасибо за поддержку, ребята! Мне это нравится! За ним! А ну, давайте! Держитесь, мы справимся! Собери его в задницу! Вот она, некомфортная рабочая среда. Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились. Что здесь делает человек, паук? Он же все испортит! А, спасибо за поддержку, ребята! Он... За ним! Вот она, некомфортная рабочая среда. Не давайте ему прыгать! Я научу тебя уважению! Что это за фигня? Это не дело.
Надо убрать стрелков. Ты труп! Долго ты там не продержишься! Назову тебя! Не давайте ему прыгать! Кажется, это все. Вперед, вперед! Они вырубили лифты! Лестница! Я предпочитаю более прямой подход. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Рано. Мы перехватили их разговор, они чистят сервера с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Звонок от Мэй. Лучше отвечу. Привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно! Противник, слушай, ты у меня тут... Хорошо, люблю тебя. Я тебя тоже. Человек-паук! Тебе конец! Дайте его кто-нибудь! Держите его, не давайте ему прыгать! Сейчас ты заткнешься навсегда! Самое время убрать его зад! И как это может хорошо закончиться? Босса, тебя уже тошнит! Не дай ему победить! Набери ему задницу! Прочесать район! Надо найти серверную, пока улики еще там. Если я пойду здесь, они уничтожат все улики. Надо проникнуть по-тихому. Вот так лучше. Нормальные герои всегда идут в обход. Может, Фиска грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто. Быстрее! Босс приказал все стереть. Я не могу, скорее. Они такие милые, когда беспечные. Как успех? Половина готова. Еще минута две и все. Как думаешь, командир? Не важно, что за оружие. Факт, что внутри. Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Человек-паук! Не пускайте к терминалу! Сейчас будет плохо. Задержите его! Внимание! Полное информативное. Удаление еще не завершено! Вы даже для сисадминов слишком грубые. Отправляйся в пекло, приятель! У меня тут есть еще! Надо попытаться спасти хотя бы остатки данных. Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной? Какой трус? Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка, жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Прикончить его! Уничтожить все! За ним! Посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты?
Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Сегодня явно не... Если я уйду, весь сброд этого города вылезет на улицы, и виноват будешь ты. Ты славно потрудился, Фист. Мне почти жаль тебя. Это только пролог. Что ж, перейдем к основному действу. На куски порву! Юрий, взрыв только что... Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Даже убить его, или босс убьет нас! Кажется, это все. Санчисто, вперед! Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним, мы найдем бомбы. На помощь! Кто-нибудь! Последним взрывом... Все на выход! Всем покинуть здание! Кажется, там еще есть люди. Я их найду. Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен. Ясно? Ну, вперед! Уилли, я уже на подходе. Человек-паук, это Юрий. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Черт! Юрий, врачей сюда, срочно! Попытаюсь. Молись! Побаловался и хватит. Еще ракеты? Это уж слишком, нет? Как бы саперы смогли здесь пройти? За ним! Спокойно! У меня на всех хватит! Покажи, что умеешь! Как он это сделал? Хорош болтать! Так, тут чисто. Саперы должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я?
Ты вперед! Мы пойдем за тобой! Эй, босс! Это время спали с Фиском? У меня слишком богатое воображение! Держи его! Держи его! Итак, ваш план не сработал. А теперь план Б. Получить по мордасам. Не пускай мне его мордит! Прибейте его, Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. Задержи его. Быстро. С радостью. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между «человек» и «паук». Готовьте вертушку. Я скоро буду. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. А ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило! Я жду нужного момента. Перезарядка. Чему не научился? Подожду нужного момента. Перезарядка. За все эти годы ты ничему не научился. Подожду нужного момента. Перезарядка. Что ты делаешь? Как это может быть? Что такое, Уилли? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся! Момент! Ты умрешь, как жил, никому не нужным! Ты уж постарайся! Всех бедах этого города! Я хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать! Окружить! Я швырню! Идиоты! Вас учили драться, так деритесь! Открылся! Вот тебе.
Быстро, быстро! Оправдания мне не нужны! За что я вам плачу? Начинайте босса! Нет! Я сам справлюсь! Долбанный акробат! Спускайте вниз! Кретины! Настырный гаденыш! Подождите! Скоро все кончится! Ну и где же подкрепление? Не знаю, босс! Не зарывайся, мальчишка! Не в этот раз. Ничему не научился! Хват! Все в атаку! Ну что, я молодец? Он убил Дэйви! Да, мы возьмем тебя живым или мертвым! Чисто без разницы! Все к нему! Да, попробуй! Не дадим ему победить! Ничему не научился! Все в атаку! Окружить! Дешевый трюк! Что насчет поцелуя? Ладно, в другой раз. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! Один месяц! Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи. Какое стоит отпраздновать? Может, отпуск возьму?
Паркер, ты где? Комиссия скоро будет здесь. Надо проверить оборудование. Совсем рядом, в паре кварталов. Придется все делать самому. Не надо, это опасно. Ценю энтузиазм Дока, но иногда он перебирает с ним. Надо поспешить, пока он не покалечился. Простите, опоздал. Вы начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Гаситель колебаний! Черт! А может быть отключить? Еще нет. Сейчас! Доктор Октавиус, вы в порядке? Опять неудача. Но почти. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? Да, док выгнал меня на выходной, но сперва разберусь, что пошло не так. О, ты не в лучшей форме, малыш. Посмотрим, что с тобой не так. Плата сгорела. Паршиво. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил.
Вышла. Ага, перенаправим сервопривод. Отлично. Ладно, что дальше? Сбалансируем напряжение. Закончил.
Посмотрим, что будет. Как новенькая. Док испытывал новые материалы для протеза. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. Питер, еще раз спасибо за анализ данных. Взаимный контроль – залог великих успехов. Знаешь, когда мы готовились к предстоящей примерке, я услышал шепоток в голове. Неужели это и правда лучший протез конечности? Это глупо, но я все думаю, вдруг есть вариант получше. Сегодня мы ждем комиссию по грантам. Все готово. Работа значительно продвинулась. Я никогда не думал, что мы доработаем пневмопривод до нужного сопротивления, но Паркер... Ай, в прикладных науках у парня просто феноменальный дар. Когда я уже хотел заказывать очередную деталь на заводе, он принес из хозяйственного магазина растворитель и зубную щетку. И раз, пневмопривод доработан. А, этот парень гений. В том числе и пакет для портала. Док проводил испытания с новым материалом для протеза. Гидрогель-полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Так, ладно. Надо уходить отсюда, пока я все окончательно не испортил. Похоже, еще один возможный материал для протеза. ВПС-гидрогель. Удачное решение. Наверное, ткани хорошо приживутся. Над чем док работал с этим? Прекрасно. Мы пробуем улучшить наш новый протез. Я должен просмотреть исследования Дока и перепроверить его работу.
Док пытался улучшить отзывчивость пневмопривода. Здорово. Очень плавный отклик. Так, теперь настроим силу хватки протеза. Это лучше. По крайней мере, кости, пожимая руку, не сломает. Человек-паук, это Юри. А Фиск уже в Райкерс? Не в Райкерс. Наш парень заслужил наилучшие условия. Он на плоту. Ага, со Скорпионом, Электро и компанией. Фиск должен быть польщен. Такая компания. Можешь заглянуть в участок? У меня есть задание как раз для такого уникума, как ты. Для тебя, Юри, что угодно. Уже в пути. Похоже, Джеймсон выпустил новый эпизод. Интересно, что мой главный фанат думает о победе над Фиском? Это только факты с Джим, Джон и Джеймсоном, где слушатели обсуждают происшествие с лауреатом Пулитцеровской премии дважды. С дважды лауреатом Пулитцеровской премии, бывшим редактором Daily Bugle. Эй, упомяни книгу. И, как всегда, если вы закажете книгу мистера Джеймсона «Человек-паук. Опасность или угроза» в течение суток после эфира, вы получите копию с бесплатным автографом. Без пожеланий. Не просите. Не получите. Добро пожаловать только факты с Джейм Джона и Джеймсоном. Мы расскажем вам обо всех угрозах нашему городу. Перейдем к звонкам. Говорите. Вы признаете, что Человек-паук заслужил наше доверие за победу над Фиском? В смысле, бандит должен сидеть в тюрьме, правда? Серьезно? А вы скажите мне, кто? Полицейский? Прокурор? А может, признанный журналист с огромным опытом работы, как я? Нет, водопроводчик. О, прекрасно. Тогда чините мой сортир и заткнитесь. Я расскажу вам кое-что о криминальных боссах. Стоит арестовать одного, и каждый пацан с пушкой и золотой цепью на шее решает, что он теперь крестный отец. На улицах начнется война между бандами. По вашему паутиноголовому кретину не все равно, ошибаетесь. Он телезвезда, и для него это главное. Зато я могу спокойно купить медную трубу без откатов. Так что пока война не началась, я на его стороне. Посмотрим, как вы запоете, когда три новых бандита... Ты бросила курить. Что теперь говоришь людям, когда идешь сюда? Что я хочу отдохнуть от их дерьма. Понятно. Так, зачем ты звонила? Не с кем пойти на полицейский бал? А у тебя есть смокинг? В этом году бала не будет. Слишком много потратили на систему наблюдения Оскорб. Оно же того стоило? Ну да. Еще час назад. Но система упала. Весь город. Все вышки. Как? Говорят, кто-то поломал главный сервер, и все вышки отключились. Что, свои? Возможно. Потом с этим разберусь. Сейчас нужно снова подключить все вышки. И быстро. И ты позвонила мне? О, как мило. Я позвонила, кому доверяю. Плюс на линии помехи, и мы не знаем, что делать. Обожаю сложности. Сломаешь, заплатишь. Я думал, ты мне доверяешь. Проверю-ка я эту вышку.
Входные частоты смещены. Изящно. Наша вышка снова заработала. Ты помог? Ну, я ж не только симпатяга. То, что ты сделал, это можно повторить с другими вышками? Ага, но знаешь, что для починки мне пришлось залезть в ее программу. Я теперь тоже получаю все отчеты. Похоже, тут неподалеку сейчас кража со взломом. Ясно, хорошо, что там наш отряд. Не утруждайтесь, я займусь. Прикрывай. Теперь уверен, что они не забыли ключи. Готово. Спасибо. Еще недалеко от тебя разбойное нападение. Везучий ты, Юрий. Мой любимый, грубый, но милый опытный детектив готов к бою. Чего? Нет, 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 ты обещал, что больше не... Коп-паук. Нет, не надо. Так это ты, стукач. Отвали, урод. Точняк, это она. Я сказала, отвали! Отстаньте от меня! А ну потише, леди. Не трогайте меня! Отстань от нее! Ой, дерьмо, человек в полу! Или она умрет! Отпусти! Все в порядке. Я знала, что Джеймсону нельзя верить. Ты немного странный, но с добрым сердцем. Вас куда-нибудь проводить? Я сама справлюсь. Не сомневаюсь, но имейте в виду, есть такое место, центр пир. Видела.
Мне не нужны подачки. Там лучшие оладьи в городе, уверяю. Мама когда-то пекла оладьи. Я не пробовала их. Уже давно. Я зайду туда. Спасибо, парень-паук. А человек-паук? Ну. Оттуда можно разглядеть следующую вышку. Поднявшись на вершину, Коп-паук разглядел свою цель. Вторую охранную вышку. Это ты про себя, что ли, вещаешь? Что? Нет, конечно нет. Я никогда не понимала Копа-паука. Считала его диким зверем. Я уже жалею. Можно настроить эти вышки не только на преступления. Теперь вышки ловят все радиочастоты. И поблизости тут что-то есть. Что же это? Это же мой школьный рюкзак. Я забыл, что цеплял на них маячки. Интересно, сколько таких по всему городу? Недалеко от тебя ограбление. Коп-паук в деле. Он и человек, и паук, но главное коп. Открывай сейф! Живо! Эй, парни! Да! Человек-паук, стреляй! Еще? Будь вы так усердны на нормальной работе, не пришлось бы становиться преступниками. Ты об этом пожалеешь, человек-придурок! Так, Юрий, сейчас починю последнюю вышку в Чайна-тауне. Ты не хотел сказать, Коп-паук ее починит? Я тут подумал, Юрий. Служба закону – удел молодых. А Коп-паук, он уже слишком стар для этого. Надеюсь, все идет туда, куда я думаю. С сегодняшнего дня
Коп-паук в отставке. О, слава богу, за это надо выпить. Мы все пьем сегодня, Юри. Память о копе-пауке безвременно... Юри? Юри, ты тут? Наверное, не выдержала эмоциональности момента. Плохо. Нельзя, чтобы три волоска на моей груди попали на камеры. Инструменты для ремонта костюма в лаборатории. Интересно, доктор Октавиус уже ушел? Доктор, как все прошло с комиссией? Мне жаль, что я все испортил. Мне прибраться в лаборатории? Нет-нет, я все равно ухожу на ужин. Продолжим завтра. Отдохнем и продолжим творить будущее. Его оптимизм на развес бы продавать. Похоже, до завтра он не появится. Можно заняться костюмом. Сообщено о незаконном вторжении. Проследуйте в Бауэри. Мягкий паучок! Мне прислали пробный экземпляр на утверждение. Обидно, но если я не раскрою свою личность, мне не заплатят. Traffic to an isolation.
развиваться. Какой Нью-Йорк без убогих наркодилеров? О, такие маленькие, а уже в главаря играют. Прелесть! Эй, а ну спускайся! Мы так не планировали! Готовься звать мамочку на помощь! Я кости тебя сломаю! Мой ход! Люблю я выбивать дурь из торговцев дурью. Копы едут. Отношения у нас не самые плохие, но зачем рисковать? Кажется, док до утра не вернется. Пора заняться паучьими делами. Интересно. Вычисление дока по системе пространственного отображения. Теперь будут ощущать настрою гироскоп руки на автоориентирование.
Готово. Это поможет держать равновесие тем, кто будет носить протез. Док пытается уменьшить общее энергопотребление протеза. Отлично. Так более рационально и безопасно. Надо подумать над организацией рабочего пространства. Комиссия по грантам. У нас есть все типы протезов, какие только бывают. Комиссия по грантам разочарована, да. Но именно такая встряска мне и нужна была. Мы больше не будем выполнять распоряжение комиссии, мы пойдем своим путем. Удивительно, как быстро совершенствуется протез. А в первом прототипе у нас были детали от старой микроволновки. Над чем док работал с этим? Хорошая проводимость. Но я совсем не уверен в сроке службы. Может легко расслоиться. Док испытывал графен на биосовместимость.
Так себе. Цитотоксичность велика. Я бы не решился делать из него имплант.
Док совершил много великих открытий, но его заслуги всегда кто-то присваивал. Обычно Оскорб. В этот раз все будет по-другому. Выпускной. Давно это было? В колледже я был стажером у Дока. Он доказал мне, что в лабораторном халате я могу сделать для мира не меньше, чем в костюме паука. Даже больше. Паркер! Доктор Октавиус, я... Что это у вас там? Лапша. Если бы я знал, что ты тут, я бы... Что это у тебя там? Да так, один проект. Ну да. Это ты. Я не знаю, что... Да брось, Паркер, это же очевидно. Я объясню. Что ж ты раньше не сказал? Я хотел. Но боялся, если кто-то узнает, моя семья будет в опасности. А, да. Раз ты делаешь ему снаряжение, то под угрозой ты тоже. Да. Ну, да. Не бойся. Я нем как рыба. Ну, я, пожалуй, пойду. Проверь почту. Надеюсь, док не уволить меня хочет. Питер, когда я узнал, что ты подрабатываешь изготовлением костюмов Человека-паука, это правильный термин? Я вспомнил, какой ты замечательный человек и партнер. Даже когда ты очень занят, ты находишь время помогать другим. Заметив, что костюм поврежден, я взял на себя смелость придумать несколько улучшений для него. Во вложении ты найдешь некоторые мои идеи, которые улучшат костюм и помогут защитить Человека-паука, который так много делает для города. Я горжусь нашей общей работой, которая меняет мир к лучшему. Твой партнер и друг Отто. Белый паук? Должно сработать. Пардон, спешу на работу. Извините. Привет, Нью-Йорк! Ха-ха! Новый костюм, старый добрый я! Oh,
Человек-паук, думаю, я поняла, как люди Фиска все еще ведут его дела. Его стройплощадки. А ее не закрыли после его ареста? Нет, это одно из его законных дел. Много инвесторов. Без причин мы не могли. Но сейчас причина есть, да? Поэтому я надеялась, что ты осмотришься там и скажешь, если найдешь что-нибудь. Понял тебя. Стану любопытным соседом-пауком. Всем постам. Подозреваемый пытается скрыться. Проследуйте в Тендерлойн. Прием. We're making our way over from here.